400 километров 239-му полку до вас. Они выехали уже. От того, что они приедут, ничего не поменяется. Я сходила вчера к этому Шабардину. Я говорю, мы обратимся в средства массовой информации. Он говорит, вы думаете, вы одна такая? Идите, ни одно СМИ вас не пропустит. Вы, говорит, думаете, просто так ввели, говорит, уголовную ответственность за фейк? Вы подтвердите сначала свою информацию, чтобы ни вас, ни вашего осведомителя в тюрьму не посадили. Вот чисто по-человечески, когда это все закончится? Он так на меня смотрит, я разревелась, у меня слезы текут, он так на меня смотрит, говорит... Но по неподтвержденным данным в марте будет замена. Я говорю, у меня еще один вопрос. А вам есть на кого менять? И он так, в январе, козлина. Поэтому я тебя очень прошу, не рви, пожалуйста, там жопу за все, за это. Отсиди день в уголочке, вернись домой живой и нахуй твою армию. Ну, пока мы специально с этими мирными жителями перетасовались. Ну, комлив уже сам, он уже просто сидит и говорит, нахуй, Чечня, 95-й год, Чечня, говорит, тут самое натуральное, самое пекло было, это вот то же самое, что здесь. То есть мы как слепые котята идем и не знаем, что будет, похуй. Сашенька, почему по телевизору тогда говорят, что вы так хорошо, уверенно идете, наши солдаты, наши это бойцы, наши такие молодцы? Это все чушь ебучая. Посмотри независимые каналы. Вот у Хохлятки канал посмотри. Хохлы говорят, даже если Россия победит, не будет ничего. Опять будет собираться группировка войск, опять будет заходить. Это Чечня будет вторая.